вами Клеопатра. До нового 2018 года остается буквально считанные часы, а это значит, что пришло самое время поздравить каждого моего зрителя, каждого подписчика с наступающим новым 2018 годом. Я искренне надеюсь, что для каждого из вас будущий год будет действительно счастливым, радостным, принесет только позитивные моменты. Также хотелось бы отдельно поздравить нашу дружную команду, которая трудится над развитием канала. Это наш менеджер канала, это модераторы канала, это редакторы в нашей группе ВКонтакте. Конечно же, это наш дизайнер канала и дизайнер оформления также ВК. И, естественно, это наши руководители кланов Dark Masters и Dark Masters Live. Огромное-огромное вам спасибо, ребят. Я искренне рада, что вы находитесь в моей команде и что благодаря вам развиваются не только кланы, но и наш канал. В следующем году будет еще круче и еще больше интересного. Но для каждого из вас мне хочется, чтобы ваши мечты и ваши цели в будущем году реализовались, чтобы вы смогли добиться того, о чем вы мечтаете. И для этого нужно всего лишь две вещи – вера в себя и колоссальный труд. Ведь не зря говорят, что гений – это 90% труда и только 10% таланта. Если вы будете постоянно трудиться и работать над собой, работать над тем, чтобы добиться задуманного, и если вы будете верить, что все у вас получится, то у вас обязательно все получится. Казалось бы, это простые и очевидные вещи, однако именно они работают. Не обращайте внимания на людей, которые будут говорить вам, что у вас ничего не получится, что это все не то, и что, казалось бы, займитесь тем, чем занимается каждый второй человек. Если у вас есть своя мечта, и она отличается от других, то ничего страшного в этом нет. Самое главное, верьте в то, что у вас получится, и у вас обязательно все выйдет. И напоследок хотелось бы каждому пожелать найти того самого человечка, который сможет вас поддерживать в любой ситуации, который будет рядом и в радости, и в беду, и что самое главное, сможет вам подать руку помощи даже тогда, когда вера в себя уже исчерпана. Потому что именно этот человек будет составлять колоссальную поддержку для вас, и именно с такой поддержкой вы сможете двигаться вперед. Пусть 2018 год станет годом открытий, годом свершений и годом достижений ваших поставленных целей. С наступающим 2018 годом!